Друзья, приветствую вас на канале. Сегодня быстро сделаю манку. Значит, я включила плиту, беру ковшик. Так, эта тарелка мне нужна, она потом будет. Значит, стакан такой непрезентабельный, но я как бы его использую в советских времен как мерный. Значит, беру молоко 2,5 Агуша. Ну, берете какое хотите. Значит, наливаю вот так вот. Я просто его потрясла. Ну, надо порезочку, тут у меня чуть больше получилось. Выливаю в емкость, которую будете готовить. Так, сейчас оторвем салфетку. Можно, чтобы быстрее было, прям горячей воды. Но я беру как бы для разбавления, чтобы было не 2,5%, а получается, ну, пополам разбавляю водой, будет 1,25. Моему желудку так лучше и как бы меньше жирности. Так, все поставили. Сейчас накроем крышкой. Так, чайник убираю. Значит, вот смотрите, я солю буквально вот, вот так вот. Нельзя вот это померить. Сахар. Так. Сахар закончился. Сейчас мы вот так сделаем. Я кладу 3 ложки. Раз, два. Еще в перемешку был такой коричневый сахар, тростниковый. 3. Здесь самый главный момент не пропустить, как это все убежит. Ну, в смысле, как чтобы это не убежало. Я помешала. Так, для скорости я накрываю крышку, но мы смотрим. Так, пока я беру другой стаканчик, и в него, значит, так, а где сама манка? Так, ну это точно манка. Значит, я вот так сделаю, смотрите. Так, не знаю, видно вам, сейчас я гляну. Тут будет видно. Я беру без горки 4 ложки. Только не быстро надо сыпать, чтобы не убежала как бы манка с ложки. Вот раз. Два. Три. Четыре. Ну, с вами сейчас аккуратно делала. Обычно у меня с ложки высыпается, потом я не могу пропорции эти найти. Так, это сюда убираем. Сейчас ждем, пока закипит молоко. Так, смотрите. Вот сейчас начинает уже молоко бежать. Я делаю меньше плиту. Вот у меня было на 9, я сейчас ставлю на 5. Ну, там вы смотрите, посмотрите комфортки, как у вас. Я делаю время 10 минут. Ну, как бы это максимальное время приготовления. Вот. И чтобы не было комочков, нужно эту ложку мы убираем. Нужно прям медленно сыпать и мешать веничком. Можно меньше
посыпать и больше мешать. Тогда не будет комочков, она будет однородная. Потому что комки в манной каше — это, конечно, кошмар. Вот, смотрите. Вот у меня плита на 5, как бы 9 минут осталось. Я это буду время просто сейчас мешать, чтобы было необразование, не образовались комочки, поэтому буду мешать веничком. Так, начинает вот такое происходить. Пенку нужно снять. Вот эту вот пеночку. Так. Интенсивней помешать. И вот смотрите, что я делаю. Начинает брызгаться, я просто чуть-чуть вливаю кипятка. Ну, как бы разбавится, и получится вот так вот. Сейчас я буду за этим следить, чтобы она не разбрызгивалась, доливать кипяток. Так, смотрите, подходит наше время к концу. 1 минута остается. То есть я снимаю пенку. Вот еще раз, видите? Вот тут вот в центре образуется вот эта пеночка. Она будет нам портить всю кашу. Поэтому вот так вот делаем. И еще раз размешиваем. Время истекло. Сейчас будем... Я выключила плиту. Сейчас будем класть на тарелку. Манная каша, приятного. Будет шортс, как я наливаю кашу. Можно будет посмотреть в шортсах в другом формате это видео. Вот у нас каша получилась без единого комочка. Кушайте, делайте по моему рецепту. Надеюсь, это видео было полезным. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Рада видеть каждого на моем канале. Пока-пока!